За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 167 вызовов. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Ограничения в подаче ресурсов отсутствуют. Началась подготовка инженерных сетей к осенне-зимнему периоду. Продолжается реализация программ «Комфортная городская среда» и «Мой любимый город», а также проекта «Музей под открытым небом» на Кургане Славы. Комитет по культуре подготовил для жителей и гостей города несколько интересных событий. 22 августа на городской эстраде пройдут мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. В 17.00 детская игровая программа, в 18.00 начало торжественного концерта. Также 24 августа в 19.00 мы приглашаем на всероссийскую акцию «Ночь кино» – киноконцертный зал Центра культуры и молодежной политики. С расписанием кинофильмов можно ознакомиться на информационных площадках города. Вход свободный. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.